флаг Украины, дитячі малюнки. Але дитячі малюнки, звідки вони? Миколаївські. Всі діти, які в Миколаїв, нам же ж волонтери привозять з Миколаєва. От. І привозять малюнки, там ангелочки, все є в нас. В 14-му году, когда ушел на войну, долго не думая, как было на базаре кум, так и взял с собой кум. Так уже 9-й рік кум. А 24 числа приняли бой под Херсоном, брали мост. 24 числа мы проснулись и началась война. Я вывозил личные дела полностью батальона. Выехали под мост, встали в колонну и в 11 часов дня приняли бой по освобождению моста. Бой длился до 6 вечера, пока мест не подошли танки. Закончился в 8 вечера. Мы взяли мост. Много людей утратили, но мы взяли мост. Куди цей тунель веде? Там, де живу. Секунда, внимание, тихо. Так от живемо. Він нас живуть військовослужбовці. Так живемо. Держим мост. У нас основное танковое направление на прорыв, если пойдут, наша задача держать. Кава. И начинаем просевать над укреплением. Копаем, рыем, строим. Робимо. Потому что пехота все таке, что чем глубже зарився, тим більше проживаєш. Парилка. Це все ми за місяць зробили для себе. Так що хлопці приходять, миються, гаряча вода зверху є. Лучше б вони сюди не лізли. Мы много друзей с 15-х, 16-х годов, которые служили со мной, много потеряли. А они еще больше потеряют. За каждого погибшего нашего 10-20 человек будем хоронить их. Потому что столько хороших парней прошли с 15-го, 16-го, все прошли. Мариуполь, Светодарку, много горячих точек, а погибли в один день. Херсон мы возьмем. Украину освободим, но это не будет раньше, чем лет 5. Вони не вражають військові об'єкти, вони вражають цивільні об'єкти. Для того, щоб настроїть гражданське населення проти воєнних. Щоб люди були обозлені на воєнних. Ну, їм це нічого не допоможе. Україна як згорнулася 24 числа, так і держиться до сих пор.